Сидим, обедаем с Кристиной и... Кто пришел? Кто тут с нами? Морковочку ест такой, да? Ты мой сладкий. На еще морковку. Чудо, а не пес. Слышь, иди попрошайничай. Мам. Ну еще одну и все. Не дают нормально поесть. Что Гриша, что Сейша. Попрошайки. Такие похожие. Вот тут две брюнеты. Ну прям один типаж. Мужик. И мужик вам нравится один. Неправда. Как неправда, Рус? Нравится. Вот. Ну и забирай его Аня, да? Да, я отдала его. Нет! Отдала! Нет! Да! Ты его не отдала, у тебя его забрала. Во-первых, я ушла. Хитросплетениями и интригами. Ой, спасибо. А что, нет? Нет. На Сейшелах очень много таких кокосов, но мы их крайне редко пьем, потому что, я бы сказала, это вкус на любителя. Но говорят, очень полезный кокос, так что надо их пить. А вы как, любите кокосовую жидкость? Я, значит, загораю, и кто ко мне пришел? Кто в тенечек спрятался, мальчик мой? Собака. Счастливая собака. Ой, какой красивый. Ой. И за что тебе так все любят, непонятно. Это я вообще непонятно. Ну, да, такой колесик, такой сладкий, ну. Ой, да, да. Сладенький. Получается, это Даниил должен выпить коктейль. Татьяна, почему мы его не пьем? Знаете, что он ест? Вот эти вот улитки, которые... Эти деревяшки, он их просто откусывает и съедает. Сейшик, им надо прятать глаза теперь свои. Далее.